Контракт был на 23 страницы. Конечно же, я уже там 4-5 страниц прочитала, и у меня уже там, думаю, сейчас инфаркт начнется. Нет, ребят, если бы я хотела потерять свою репутацию, я бы пошла на Дом-2. Но я в первую очередь иду на музыкальный проект. Я не могу подписаться на условия, что мне нужно... Я даю разрешение на съемку в обнаженном виде, в туалетах, в ванных комнатах. И я не буду плясать под их дудочку, когда режиссер мне будет говорить: «Сегодня ты встречаешься с Васей, а Вася вылетает на этой неделе, и придет Петя, я буду с Петей встречаться». Нет, конечно же, меня это не устраивает, потому что все авторские права забирают себе. С этими записи делают все, что хотят. Пока ты не подпишешь второй контракт, я тебе не отдам первый. Будешь выпендриваться, я подам на тебя в суд, и я закрою тебе вход на все каналы, на проекты. Ты никто. Себе даже звезды такого не позволяют. А ты кто такая? Выхожу и понимаю, что мой мир вот сейчас рухнул.